Информация о сериале «Морские дьяволы». Вектор атаки. В Кронштадте завершились съемки нового сезона под названием «Вектор атаки». 24 серии полностью отсняты, теперь они будут находиться на стадии постпродакшена. Самое время подвести итоги. Прежде всего, поговорим об актерском составе. Старожилы сериала никуда не подевались. Новые ребята из «Акулы» будут в новом сезоне, но во всех сериях зрители смогут лицезреть только Олега Пака, «Мастер», и Александра Воробьева, «Ворона», Борис Чистяков и Дарья Пашкова будут появляться намного реже. Снежана Прутько вернулась к исполнению главной роли, Антон Гуляев будет чаще появляться в новых сериях. Нас ждет много интересных возвращений: Роман Грибков, Гном, Владимир Ярош, Физик Слэш и многие другие. Багира, вновь на передовой. Есть и еще хорошие новости, сценаристы приготовили подарок, теперь Бизон, Батя и Багира будут чаще выезжать на боевые задания. Съемки начались в июле 2022 года, а закончились в марте 2023 года, 8 месяцев. Десятки локаций Калининградской области, а также сотни локаций Ленинградской области. Съемки в Финском заливе, Балтийском море, Калининградском заливе. В новом сезоне использовался обновленный павильон, КТЦ. Отработано больше 100 полных смен. 24 серии по 50 минут, 1200 минут эфирного времени. Два сильных режиссера, Алексей Гусев и Александр Картохин, на протяжении сезона по очереди были главными на площадке. Первый снял 1-6 серии, 13-18 серии, а второй 7-12 серии, 19-24 серии. Для съемок нескольких эпизодов Алексей Гусев со специальным оборудованием погрузился под воду Балтийского моря, Калининградского залива, чтобы самостоятельно поставить сцены. Мы благодарим наш любимый актерский состав, режиссеров, постановщиков, операторов, сценаристов, продюсеров, композиторов, кастинг-директоров и всех. 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 Поздравляем с успешным окончанием съемок. Все большие молодцы. Зрителей ждет интересная история, которая, возможно, получит свое продолжение. Мы все на это надеемся. Выход сериала «Морские дьяволы». «Вектор атаки» состоится в конце 2023 года / начале 2024 года.